Это музыкальные инструменты, которые износят красивый звук. Это такие штуки, которые играют. Музыкальный инструмент – это гитара, скрипка, балтамина. Это где балапан, гитара, дудочка, свистулька. Самое сложное – это где много-много барабанов. Самый легкий для меня – барабан. Это для меня микрофон, микрофон. Легко спел. Скрипка, она и там, когда смычком износит такой скрип, струна так дергается каждую секунду, и получается от этого звук такой. Так она маленькая, такая, как гитара, только маленькая, и такая палочка, и так зын-зын. Ну, надо издавать музыку. А не просто делать шум. Гитара – это большая, мощная скрипка такая. Вот так играет с помощью пальцев. Дим-брин-дим, дим-брин-дим. Вот так бананайки делают ручками. Мне нравится ахта-пиано. Можно научиться в музыкальной школе. Ну, можно еще дома научиться, если у тебя есть инструменты. А долго ли надо учиться на музыкальных инструментах играть? Нет, очень чуть-чуть. Все легко играть. На барабане бум-бум, на балалайке дрым-дрым, на гитаре брум-дрым. Все легко, на дудочке фу-фу. Все, ты уже выучила. За одну неделю. Очень долго, 100 лет. Да, где-то 2 года, 3 года. Мне осталось еще 8 лет учиться, а? Мне всего надо учиться 9 лет. Мама меня планировала записать на следующий год в музыкальную школу. Ну, я бы хотела бы научиться играть на тарелках, вот бить. Чтобы играть красиво или мощно. Я умею на фортепиано, но хочу играть на органе. Я умею играть на пианино. Я играла красивую музыку. Я училась недавно, когда была маленькая. На чем? На ложках деревянных. Вот так переворачиваешь и так хлопаешь. Я просто сама придумала очень красивую мелодию. Я умею хорошо петь. То есть ты на самом деле композитор? Ну, можно сказать, что да. Ноты, надо писать ноты. Музыка как-то завораживает, так страшно. Чтобы ты красиво играл, не ломал инструмент, и потом, чтобы тебя на YouTube записало, и у тебя было 100 тысяч лайков. Чтобы потом на концертах выступать всяких, и чтобы они были известными. Музыка – это как развлечение, и... Нет, без нее нельзя обойтись.